Тональная основа, карандаш для глаз и немного румян. Химчанам рассказали секреты современного макияжа. Визажист Екатерина Куцева показала жителям, как очистить кожу, нанести декоративную косметику и правильно выделить черты лица. Маленькой, совсем самой удобной, какой есть кисточка, да, мы аккуратно вот сюда их светлые тени укладываем. На самом деле много можно оттенков тени укладывать, да, ну вот этого среднего, наверное, больше 4 вам не хватит, ну не захочется. 3, наверное, самые основные, да. Тематические встречи проводят в городском округе часто. Полная афиша на сайте администрации.